Да какая национальная идея? Национальная идея у нас должна быть одна – Россия. Ее стабильное, надежное развитие, благополучие людей, реальные возможности у людей реализоваться, жить спокойно, иметь возможность зарабатывать деньги, кормить семью, рожать детишек и так далее. У нас сегодня очень много всяких там было выпущено идей, в том числе и там Запада. Запад сегодня не может от этого избавиться и не знает, как это вот культивируемые культуры, так сказать, убрать, а мы там слепо повторяем, особенно молодежь, и считаем это очень креативно и современно и так далее, разрушая многие вещи. Поэтому сегодня, когда говорят о каком-то, о какой-то идее материальной, которую можно было пощупать, и так далее, на мой взгляд, очень правильно сказал президент, когда говорил о патриотизме, о любви к родине и так далее. И сегодня все надо вертеть вокруг этого. Потому что патриотизм, а вернее любовь к родине, вот, нормальное ее служение, это не только люди, которые вот, мои коллеги, которые там защищали, воевали и так далее. Это любой обычный нормальный человек, занимающийся спортом и развивает страну. Педагог, который становится заслуженным учителем, врач, который делает уникальные операции. Газовик, который там честно работает, безаварийно и дает газ, при этом своим добросовестным трудом создает условия, чтобы он дешевел и так далее. И так далее. Понимаете? И место подвигу, как говорится, в нашей стране каждому человеку хватит. И я только за то, чтобы мы, каждый понимал, что мы живем в России, что это великая страна, что она заслуживает лучшей и более хорошей жизни, и что отношение каждого из нас вот, к России, к родине, к тому, что он делает для нее, является ключевым моментом. Все это в целом называется патриотизмом.